Упражнение 5.4. Иван, Нина уже дома? Нет, еще нет. Зоя, Олег уже дома? Нет, еще нет. Лена, это уже Москва? Нет, это еще не Москва. Это город Истра. Это уже Владивосток? Нет, это еще не Владивосток. Это город Артем. Иван уже школьник? Нет, он еще не школьник. Иван еще маленький. Еще здесь? Нет, он уже не здесь. Он уже дома. Таня, ты уже студентка? Да, я уже студентка. Иван Сергеевич, вы уже пенсионер? Нет, я еще не пенсионер. Я еще молодой. Пенсионер. Сейчас еще зима? Нет, уже не зима. Сейчас уже весна.